Участники массовых ДТП смогут получить прямое возмещение убытков по ОСАГО. С 25 сентября вступили в силу новые правила автострахования. Потерпевший сможет обращаться в свою страховую компанию даже в случае аварии с тремя и более участниками дорожного движения. Раньше система возмещения убытков работала лишь когда в аварии было два участника. Теперь, согласно нововведению, страховщики потерпевших в случае массового ДТП будут выплачивать им деньги или производить ремонт, а затем, как и при обычном ДТП, обращаться к страховщику виновника аварии за компенсацией расходов. Однако вместе с тем в Российском Союзе автостраховщиков рассказали, что сейчас взаимодействие между сторонами оказывается достаточно сложным. По закону об ОСАГО прямое возмещение ущерба возможно только в том случае, если ответственность всех участников ДТП застрахована по договорам ОСАГО. Из этого следует, что если хотя бы один из участников ДТП не застрахован, то все страховщики вынуждены будут отказать в прямом возмещении убытков. По словам экспертов, это может привести к росту числа жалоб со стороны потерпевших, к росту количества случаев обращения в суд и в итоге к очередной напряженности на рынке ОСАГО, сообщает «Известия». Напомним, система прямого возмещения убытков действует в стране с 1 марта 2009 года. За это время потерпевшим было выплачено почти 320 миллиардов рублей.